вид из моего окна. Вот такой вид 20 августа 2020 года. День сегодня хороший. Какое красивое небо. Такой зеленый двор у нас. Красивый палисадник возле соседского дома. С цветами. Ах, какая погода сегодня. Стройки поблизости. Ильминский 17 отстраивается. Буду наблюдать за строительством 5-го корпуса. Вот здесь будет. Уже строится, но пока не виден. 4-й корпус вот уже готов. Нет, еще последние какие-то работы ведутся. Да, 5-й корпус будет вот здесь, будет виден. Вот сегодня так, 20 августа. Быстро построят. Север Сити. Возвышается первая очередь, вторая очередь. Заканчиваются фасадные работы на этой высотке в 45 этажей. Корпус 45, рядом 39. Красиво смотрятся эти дома. Потом еще будет два, видно мне. Но это гораздо позже. Да, какой же там вид будет с той и с другой стороны. Уже наблюдают из окон. Закат солнца виден хорошо. И салют с другой стороны. Салюты. Их много на той стороне. Да. У нас район Западное Дегунино. В Северном округе. Мы живем в северном округе столицы. Березки пока еще зеленые. Они особенно красивые осенью. Ах, как зелень разрослась. А с этой стороны у нас тоже березки. И красивое дерево. Пока зеленое. Ах, как красиво смотрится. Оживленно у нас стало. С вода на метро, люди туда и сюда ходят. Ах, какое небо. Да, хорошая погода сегодня. Больше 20 градусов. Конец августа. Да, хорошо. Сейчас я поснимаю другую сторону. В нашем доме приступили к фасадным работам. Здесь что-то они тут теперь будут делать скоро вот с этой стороны дома. Сейчас ведутся работы на противоположной стороне. Вот как смотрится. Ну, будет лучше. Наконец-то стали продолжать капитальный ремонт нашего дома. С 17-го года ничего не было. Ну, будет лучше. Поснимаю и с улицы, конечно, наш дом. Да, вот такой вид из моего окна. Сегодня 20 августа 2020 года.